Дорогие коллеги, рада всех приветствовать и благодарю за такое любезное приглашение принять участие в этой встрече. Очень много знакомых лиц. Это очень приятно. Спасибо большое Фонду Патани за это событие. Хотела начать свое сообщение определенным образом, но хочу сделать одну ремарку. Анна поразила меня тем, насколько такой современный, суперсовременный музей перекликается в своей работе с тем, что делаем мы. Традиционный мемориальный музей квартиры. Я думаю, что, может быть, вы какие-то ниточки, маленькие связи увидите, когда я расскажу о некоторых наших проектах, которые мы осуществляем в сфере как офлайн, так и онлайн-проектирования в музейной среде. А, ну, из заглавия, из заглавия доклада все понятно. Цифровой стритейлинг. Действительно, мы музей, в первую очередь, нарративный. Это музей, который повествует об эпохе, о нашей главной героине. Музей, который рассказывает и о героях, чьи вещи, предметы хранит наш музей. Это Иосиф Бродский в том числе. Немногие знают, что не так давно мы открыли очень любопытную и необычную экспозицию, посвященную Осиву Александровичу Бродскому. Но я сосредоточусь скорее на нашем основном мемориальном пространстве. Вначале расскажу чуть-чуть о музее для тех, кто, может быть, там не бывал. Вот посмотрите: здесь всего лишь три маленькие характеристики. Наша общая экспозиционная площадь чуть меньше 600 метров. Из них сразу скажу, что приблизительно 200 метров – это выставочные залы, маленькие и большой. То есть сама квартира достаточно компактная. Это квартира, в которой Анна Андреевна Ахматова прожила около 30 лет, в флигеле фонтанного дома Шереметьевского дворца, здесь, в Петербурге, совсем рядом, недалеко от того места, где мы сейчас с вами находимся. Мы очень маленький музей, в том числе и по кадровым ресурсам. У нас работает 67 человек, и существенная часть персонала – это технический персонал, это смотрители, это техники рабочие. То есть, на самом деле, персонал научный, персонал, который составляет наш экскурсионный отдел, и отдел фондов, и отдел развития – это чуть более 30 человек при этом нас посещает в год больше 75 тысяч человек. Что это значит для нашего музея это на самом деле это огромный поток посетителей большая нагрузка на экспозиционные площади да, на нашу маленькую мемориальную сакральную такую квартиру и давайте пробежимся немножко по комнатам ее. Просто посмотрим, что это такое, какие это помещения. Даже одновременно на, в каждой из комнат может находиться, ну не знаю, где-то около 20 экскурсантов и около 10 примкнувших к ним одиночных посетителей. Это одна из, причин, одна из причин того, что уже очень давно музей стал задумываться о разнообразных продуктах и сервисах, которые могли бы также повысить доступность. Этого маленького пространства. Вот, посмотрите, пожалуйста, это просто маленькая экскурсия, я быстро пролистаю и перейду к следующей части марлезонского балета. В музее очень много проектов, самых разных проектами мы очень гордимся. Вот наш театральный проект театр, который существует в музее уже около 10 лет. В нем играют петербургские актеры. У нас в штате есть свой режиссер Светлана Азерская и репертуар театра постоянен, то есть каждый месяц, в любой месяц вы можете посетить театральные спектакли, погрузившись, ну, скажем так, в атмосферу времени, эпохи спектакли посвящены нашим героям Николаю Ильву Ане Анне Ахматовой и Иосифу Бродскому. Этот проект всегда находил огромный отклик в сердцах наших гостей, так скажем, мы называем не посетителей, а наши гости, гости нашей квартиры. И именно из него стали расти те первые ростки, которые отразились в наших цифровых проектах. Эмоция. То, что остается от посещения нашего музея, и мы видим отражение, находим эти отклики не только просто в книге отзывов, в наших соцсетях, каких-то записочках, которые оставляют люди у нас в музее. Есть такие у нас замечательные инсталляции в саду в Шереметьевском. Люди приходят, конечно, не за информацией, которая справедливо совершенно, можно сказать, может быть найдена в интернете, и можно прочитать биографии, узнать какие-то подробности. Но люди приходят за впечатлением, за духом времени, за эмоциональным погружением, особенно в такой музей, как наш – Здесь хочу сказать, что вот те проекты, о которых я расскажу, может быть, станут интересны другим мемориальным музеям-квартирам, которых много в России. И этот пример работы маленького музея со своим пространством, со своим музейным фондом предметным, с биографиями своих героев находит отражение в самых разных наших цифровых и онлайн, и офлайн проектах. Сейчас мы пробежимся просто по кадрам из разных спектаклей, которые показывают у нас в театральном зале. Зал крошечный, в нем всего 55 мест, и всегда этот зал, конечно, у нас э, заполнен. То есть этот проект живой, очень востребован. Из проекта ⁇ Музей плюс театр ⁇ как я уже сказала, стали рождаться первые ростки, э, которые... Э, скажем так, э, двинулись в самых разных направлениях. Это направление, связанное с э, экскурсионной нашей работой, это направление, связанное с развитием интернет-портала музея, я об этом скажу чуть позже. Это направление, связанное с выходом спектаклей э, на экспозицию, на мемориальную экспозицию. Как раз сейчас при поддержке фонда по тайне, мы работаем над таким проектом. Одним из э, первых проектов стал выставочный проект «Гумилев. Галактика», э, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву. Это э, был э, такой замечательный квест, отрисованный не только молодежи, но и самым широким группам наших гостей, э, что крайне важно. Э, квест, э, в котором э, посетители получали планшеты и могли составить свое собственное, пройти свое собственное путешествие по планетам, на которых, в которых мы разделяли биографию Николая Степановича Гумилева, его путешествия, его страсть к путешествиям, его любовь, его лирика, его поэзия, его детство. На самом деле форма квеста оказалась безумно увлекательной. И э, мы поняли, что именно в этом направлении мы хотим двигаться дальше в экспозиционных проектах. Э, возвращаясь к моему рассказу о э, наших ресурсах, да, э, хотела сказать, что для нас очень было интересным моментом то, что интерфейс, который был использован в планшетах, в который был загружен квест, позволил нам совершенно удивительно сделать вещь. Мы не только ну, занимались идиотейментом и развлекали немножко наших посетителей, но мы подняли профессиональные компетенции наших сотрудников-смотрителей, которые в большинстве своем музеях, вы знаете, представляют собой людей, скажем так, серебряного возраста. К нашему огромному удовольствию смотрители с честью справлялись с помощью посетителям, помогали, консультировали таким образом. Обратной стороной этой цифровой медали в музее стал, в общем-то, профессиональный рост, рост компетенции людей, от которых мы совершенно не ожидали такого замечательного продвижения. Так выглядел выставочный зал на стенах, в стихах, и текстах, и в прозе находились ответы на те загадки, которые люди получали в виде врученного им персонального планшета. Я сделаю просто маленькое отвлечение на видеофрагмент. Да будет видео. Люди проводили в зале неожиданно долгое время, и нам даже пришлось каким-то образом регулировать поток, потому что у нас не, не было неограниченного количества планшетов, девайсов. В общем, этот опыт нас очень вдохновил. Мне кажется, вот ваш пример этих проектов, очень как цифра очень изящно вписывается и создает атмосферу в экспозиции, да, потому что действительно экспозиция сложная. Да, но здесь вот вам удалось подчеркнуть важные моменты и действительно поэтому посетитель у вас так долго и находился, потому что вы смогли его тронуть. Спасибо, Илья. Это был выставочный зал к мемориальной квартире. Мы еще подберемся. Мы не могли начать э, размахивать флагом прямо в мемориальной квартире, потому что всегда это место трактовалось у нас как очень сакральное, такое камерное, важное. И мы начали с выставочных проектов. Это проект «Наша гордость». Это, конечно, проект онлайн. Это интернет-радио музейное. Проект, который мы делаем уже три года. И задумывался он несколько раньше. И всяк, кто слышал о наших затеях, ну, не скажу, крутил пальцем у виска, но так, скажем, сомневался, что мы это потянем. Конечно, амбициозные планы были вещать 24 на 7, мы к нему движемся, пока 12 часов в сутки ежедневно вещает интернет-радио «Радио Фонтанный дом». Есть приложение, есть версия в Телеграм, есть сайт, поэтому вот беспардонным образом рекламирую этот проект и приглашаю слушать это радио и знать о том, что у нас множество партнерских рубрик с музеями, библиотеками и в том числе с библиотеками, которые представители которых я вижу в зале. Спасибо, Яна Викторовна, поэтому приглашаю к участию. А, рубрики, и литературные, музыкальные, а, архивы голосов наших героев, а, дискуссии, а, разговоры как с профессионалами, так и с дилетантами в самом хорошем смысле этого слова. А, замечательный проект тоже воспользуюсь а, возможностью, и с первого раза Чудесно. успешно запущу маленький тизер. Редко, ну, случается. ну, вообще на поэта она была совершенно не похожа. У нее какой-то совершенно нелепый места, И ставки, просто стонут от боли. Я не хожу в летний сад. Чего вы никогда не допустите в музей? Дураков и стукачей. Я был влюблен в Мандельштама. Анна Ахматова. Татьяна Гнедич. Умилев. Это брод. И так далее, и так далее, и так далее. А, следом мы обновили сайт музея. Нашему прежнему сайту было восемь лет. Мы сочли его безнадежно, устаревшим. Наверное, устарел он даже чуть раньше, чем мы э, окончательно это поняли. Сайт обновлен совсем недавно. Я бы очень хотела упомянуть такой важный момент, как и в работе над проектом «Гумилев Галактика», над новым сайтом «Радио» и нашим новым проектом «Ахматова Диджитал», о котором я скажу в конце. Это выбор партнера. Вот рядом со мной супер-мега-профессионал в цифровых технологиях, а мы по понятным причинам таковыми не являемся. Нам нужны очень надежные партнеры. Как выбрать, как найти, куда обратиться. Подготовительная работа перед каждым проектом отнимала ну, до полугода. Да? Мы встречались, мы писали, мы ездили. И это очень важный аспект для таких маленьких музеев, как мы. Здесь я хочу поклониться виртуально. И думаю, что мой привет долетит Дане Михайловой, руководителя проекта «Идеи для музеев», которая подарила нам рекламное агентство «Лес». И вы видите, что, и увидите еще на нескольких примерах, что очень важен для нас дизайн, очень важна атмосфера, в которую мы погружаем нашего зрителя, как в цифре, так и в оффлайн. Дизайн, готовность, конечно, быть нашим настоящим партнером, а не просто подрядной организацией, здесь просто кланяюсь в пояс. Это была замечательная работа, которая продолжается с этим агентством и сейчас а многие оставляют нам отклики о том, что сайт очень атмосферный, он очень отвечает духу нашего музея. И по большому счету, вот это та самая одежда, да, скажем так, одежда нашего музея, которая надета на практически каждый наш проект, цифровой проект в особенности, узнаваемый дизайн, Некоторый драматизм в этом дизайне присутствует. Ну, в данном случае, конечно, мы немножко пошалили и показали здесь одного из сотрудников музея. У нас работают двое котов, это Персик. И на страницах, где мы адресуем какую-то информацию детям или показываем афишу театральных спектаклей, на этих страничках разгуливают два наших рыжих кота. Это некоторые странички сайта, чтобы было видно, что здесь инфографика достаточно комфортная и очень хорошо все изложено для посетителей теперь на этом сайте. Рассказ о нашей экспозиции. И вот теперь о проекте, который мы завершили буквально недавно. Это свежеиспеченный пирожок. Испекся он 2 июня. Делали мы его целый год и... Этот портал, собственно, его адрес так и звучит, как отображено на экране. Я тут был.рф. Это наш выход в город. Мы находимся в Шереметьевском квартале, граница которого совершенно недалеко от Российского этнографического музея, в котором мы находимся. Это портал, который посвящен литературной жизни Петербурга, персоналиям, адресам, домам. Портал, который позволяет его гостю, его посетителю самостоятельно выстроить маршрут от дома к дому, узнать о биографии и узнать какие-то подробности о домах и квартирах, в которых жили наши герои. Этот проект завершен в том смысле, в котором он должен был завершен, быть завершенным в рамках гранта. Но для нас безумно приятно, что очень удобная для нас сделана тоже админка, тем же самым агентством ЛЕС. И, конечно, мы будем работать и пополнять, и пополнять, пополнять этот сайт. Здесь небольшое видео, скролл по сайту, можно посмотреть, как он сделан. Опять, на мой взгляд, очень приветливая графика. Мы к этому стремились, к тому, чтобы он был симпатичен, удобен. Это фотографии домов, биографии и, собственно, маршруты. Человек может выбрать э, тот маршрут, по которому хочет пройтись по городу и получить э, всю информацию о том или ином герое, о домах, где он жил. Можно отсортировать информацию по эпохам и выбрать героев, которые жили, например, в 20 веке в разных адресах, и увидеть, ох, как близко э, жила Анна Андреевна от где была квартира Гумилева, где, был, где, где пролегали их маршруты и так далее. Сайт будет развиваться. Поэтому тоже он может стать партнерским для многих из тех, кто сегодня находится в зале. Я приглашаю. И несколько слов о нашем проекте, который сейчас подбирается к своему экватору. А очень сложный для нас проект, опять-таки потому, что мы не являемся специалистами в области цифровых технологий. Вот здесь действительно подбор партнера шел очень долго. Мы обратились в ИТМО, мы обратились к нескольким компаниям и, наконец, обрели абсолютно понимающего партнера Петербургской лаборатории интерактивной визуализации. Это проект дополненной реальности, который мы реализуем как раз в нашей мемориальной квартире первый такой для нас пробный шар. Зачем он нам нужен? Все та же история. Мы читали отзывы и понимали, кому-то не хватает рассказа о литературе. Мы ведем по нашей квартире экскурсии, мы даем замечательные, достаточно эмоциональные аудиокиды, но нашим гостям, как оказывается, все-таки этого недостаточно. Uh, у нас нет специализированной экскурсии пока, uh, которая адресована детям подрастающему поколению. Иногда просто детям, да? ну как рассказать детям о репрессиях, как рассказать детям о uh, той эпохе, как рассказать uh, таким образом, чтобы uh, множество разнообразных терминов, значений, предметов uh, стали доступны. Uh, один из маршрутов нового проекта будет адресован uh, подрастающему поколению. Второй как раз литературный конвей «Серебряному веку». И третий будет рассказывать, повествовать о квартире, о ее героях. В чем особенность этого проекта? Мы очень хотим добиться глубокого эмоционального погружения нашего гостя вот в канву повествования, в канву нарратива. Сейчас мы работаем над несколькими первыми помещениями. Как все будет на самом деле происходить? Очень просто. Это приложение, которое загружается в планшет. Человек получает комплект наушников, планшет, но находится он в подлинной квартире, в подлинной среде. Ему не нужно ловить покемонов, в чем нас хотели, так сказать, обвинить. Ему не нужно будет наводить планшет или его камеру, целиться в какие-то предметы. Благодаря одной единственной метке в каждом из помещений будет определяться местонахождение нашего гостя и будет запускаться повествование, которое идет и касается именно этого помещения. Давайте посмотрим, как будет выглядеть один из фрагментов. Да, простите, тут несколько рабочих моментов. Да. Приложение будет соткано из анимации, актерских голосов. И вот как раз мы тут с коллегами из лаборатории интерактивной визуализации работаем над первым помещением, прихожей, где висит пальто Николая Николаевича Пунина, который был из этой квартиры уведен и больше никогда в нее не вернулся. Сейчас немножко приоткрою завесу и покажу, как будет выглядеть первый маленький Фрагмент нашей экскурсии. В 1909 году здесь, в прихожей Ахматова, прощается с Пониным. И больше он не вернется в свой дом, не увидит ни ее, ни других близких людей. Его арестуют и уведут НКВДшники, а пальто останется на вешалке. Главное, не теряйте отчаяния. Главное, не теряйте отчаяние. Воспоминания Ирины Пуниной, дочери Николая Николаевича. Папу арестовали 26 августа днем. Во время обыска и ареста дома были только папа и Акума. В 1953 году Пунин умрет в лагере системы ГУЛАГ в поселке Абись